Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Голди, и в этом видео у нас будет офигеннейший мультик про Among Us, но играет 1001 игрок. Погнали, посмотрим! Итак, ребятки, идет определение, кто же будет импостер, и здесь, короче, будет 99 импостеров. Итак, вот начинается рубилово, 1001 игрок. Это история, ребятки, про Стива. У нас и главный игрок Стив с крабиком. И вот он нажал, короче, кнопочку Emergency, уже помогите, помогите, кто же? Я не знаю, что делать, очень много предателей, и они все хотят друг друга убивать, и мы, наверное, все погибнем, как-то так. И тут, смотрите, что происходит. Стив отошел, крабик остался его, и корабль начал разрываться на куски, боже мой! И тут Стив прыгает, и как бы он всю серию будет искать своего крабика. Ребята, вы не видели моего крабика? Нет, не видел крабика, черт. И тут выходит предатель, походу из люка, да? Вот, и сейчас кого-то, по идее, кто-то кого-то убьет. Давайте посмотрим, что же будет. На, короче, он убил этого чувака, и его быстро другой чувак выкинул из-за, в космос, из-за стекла, и с пушкой его даже пристрелили. Нифига себе, прикольно. Итак, тут Стив, думает, что же делать, нужно искать своего крабика, берет разгон и прыгает в следующий кусок корабля. Вот, как так делать, я, конечно, не знаю. Тут прилетает, как видите, другой кусочек корабля. И опять же спрашивают, ребят, вы не видели, где краб? Где мой краб? Что же делать? Мне он очень нужен, он прям как платит, да? Вот, и, наверное, эти ребята будут ему помогать искать краба. Вот, и тут появляется опять этот импостер и убил одного напарника. Тут эти ребята увидят этот труп и думают, блин, побегу я тоже сюда. Может, здесь мой крабик? Ладно, крабика вроде нету, сейчас будем там в люк, видели, полезли. Так, и тут наш Стив по рации просит помощь. А на острове, на земле, тут, смотрите, идет гуляночка, да. Пиццу хавают, все, гуляют люди, все прекрасно, вот. А этот пишет, помогите, причем по всем языкам, видели? Китайский, русский, японский, английский, все языки, то есть, видать, очень умный этот наш Стив. По всем языкам попросил помощи, и тут он выбегает, видит, что тут импостер, вот, и попросил ребят его кинуть. Его кинули, но он у нас не был импостером, и три импостера еще осталось. Тут он пролетает какие-то склады, думает, что же делать, и цепляется за провода. Офигеть! Офигенно сделано, придумано. Вот, он себя направил и прилетает на кнопочку с крабиком. Крабик ему дает смайлик, что наконец-то я тебя увидел, мой хозяин. И они очень радуются. Но, как видите, кто-то решил его выкинуть. Он думал, что крабик импостер. Но пишется, что импостер это не краб. И он никогда им не был, ребятки. И тут, ребята, получается, его команда собралась вот так вот в лесенку и спасла с космоса, вытянула, получается, Стива и крабика. И подбегает предатель. Убил одного чувачка, и вся эта лесенка разбежалась, и тут Стив в тупике. Он думает, что же делать, ребятки, куда? И сейчас, наверное, то есть он понял, что падает, этот кусок корабля падает прямо на землю, и он себе сделал с подушек как бы мягкое, да, чтобы смягчить удар. Взял своего крабика, и тут такое, бах, короче, они упали прямо на голову этой вечеринки, и импостер погиб, видите, то есть предатель погиб, и вот такой вот выиграл Стив, наш красавчик, он прилетел с космоса, упал на землю, он со своим крабиком выиграл. Вот такая была история, вот такой вот мультик, на мой взгляд, очень офигенный, поэтому, ребятки, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если хотите еще подобные мультики видеть, то также пишите комментарии, и обязательно поделитесь этим видео с друзьями. Всем пока-пока!